Мы находимся на выставке «Метроэкспо», разговариваем с нашими гостями и экспонентами. Фасоль у нас в кадре. Руслан, расскажите, пожалуйста, вы спикер, вы будете рассказывать, что будете рассказывать, что будете доносить аудитории? Ну, конечно, хотелось бы рассказать о нашем стратегическом направлении, о франчайзинговой программе «Фасоль». Мы запустили масштабную экспансию ровно год назад, и за год нам удалось открыть более 850 магазинов. Это отличное достижение. Мне кажется, в мировом опыте не было таких прорывов, как мы смогли сделать. Это доказывает то, что модель востребована малым и средним бизнесом, что модель работает, и у нас было очень много посетителей на выставке, и мы уверены, что темпы не будут снижаться, а наоборот, мы будем более агрессивно развиваться. Если прошлый год мы делали ставку на экспансию, то в этом году мы будем концентрироваться на операционной безупречности. Для нас важно доработать ассортиментное предложение, предложить новые подходы с точки зрения промо, с точки зрения промо B2C для конечного потребителя. Ну и основным фактом успеха магазина «У дома» является не просто сбалансированный ассортимент, но и какие-то фишки, которые наш партнер может предложить конечному потребителю. В нашем случае это кофе-уголок, это мини-пекарня, это food-to-go сегмент, который растет в последнее время. Ну и с точки зрения инновационных вещей, несмотря на то, что это магазин «У дома», что наши партнеры – это обычные предприниматели, мы тоже хотим идти в ногу со временем. И в этом году мы презентовали кассу самообслуживания. В первую очередь она помогает сэкономить затратную часть партнера, потому что все мы знаем, в рознице есть часы-пики, чтобы не выводить дополнительный персонал, касса самообслуживания – очень эффективно помогает нам в этом деле. Что еще хотелось бы сказать? Сейчас у нас 1188 открытых магазинов. Я думаю, что через неделю у нас будет более чем 1200. Мы представлены в 53 регионах Российской Федерации. Конечно, у нас есть регионы, где модель востребована больше. Мы будем концентрироваться на этих регионах. В этом году мы уже пробовали поддержать наших партнеров и бренд «Фасоль» компании по ТВ на билбордах. И будем продолжать. Так что мы уже заметны на рынке, и я думаю, что к концу года мы уже будем одним из сильных игроков. И если мы посмотрим на выручку наших партнеров, то в феврале выручка наших партнеров была 2,7 миллиарда. Если привести это к годовому обороту, то наша сеть из партнеров уже генерирует 35 миллиардов оборота. Вы проводили в прошлом году ребрендинг. Расскажите, замеряли какую-то эффективность этого? Помогло ли это вам или что-то изменило, может быть? Ну, как правило, к нам приходят партнеры либо стартаперы, у которых не было магазина, не было опыта, либо это существующие магазины «Продукты 24». Наша модель подразумевает следующий подход. Мы не подписываем контракты с нашими партнерами, если мы не уверены, что локация будет прибыльна. Мы замеряли средний прирост после ремоделинга, после конвертации обычного магазина «Продукты 24» в магазин «Фасоль». Так вот, товарооборот прирастает на 36%, это по существующим магазинам, и чистая прибыль увеличивается в два раза. Увеличивается за счет того, что мы оптимизируем косты по персоналу, а также оборудование, которое мы устанавливаем, помогает экономить на затратах на электроэнергию, например. Спасибо большое. Вот такие спикеры и такие экспоненты здесь на Метроэкспо. Не переключайтесь, скоро включение с новыми гостями.